Может, это его девушка? Или бабушка. Или бабушка. Или матушка. Девушка. Матушка. А-а-а! А, он уже идет. Ну да. Быстро. Приветствую вас на канале Red Cat. Сегодня я поиграю в Хаги-Ваги, и у меня для вас плохие новости. Дело в том, что Хаги-Ваги, он поймал котенка Лайка. Он его захватил и отнес в свою фабрику, и сказал, что не отдаст его, если я не соберу 15 елочных игрушек для его елки. И сейчас я должен найти все 15 игрушек и спасти котенка Лайка. Вот такая вот, ребята, неожиданная завязка в этой игре. И я отправляюсь на фабрику. О, вау, как тут красиво, ребята. Тут елочка есть, наряжена. Ресепшн. Тут все перестроили. Я последний раз был тут 15 лет назад. Тут все по-другому было. Подарки. Хаги-Ваги тут, видимо, скучает. О, я нашел первую игрушку. Он сказал, что нужно таких 15 найти. А это что? Это, походу, не та елка, на которую нужно их... положить. Ладно, ищем еще. Я еще нашел. Отлично, уже две игрушки. Так, я помню, что здесь у нас была кладовка. Может, здесь где-то еще что-то я найду? Отлично, ключ. Еще одна игрушка. И у меня уже три игрушки. На каждой игрушке я замечаю номер. Угу. Так, у меня есть 10, 6 и 4. Где же остальные? Окей, так, у меня есть ключ. Закрыто. А здесь открыто. Отлично. Так, так, так. Вижу вентиляцию. Где-то здесь должен... О, лом. Точно. Он как будто бы здесь мной оставлен. Еще одна игрушка. Замечательно. Так, больше вроде нету. Нету. Я думаю, что в соседнюю комнату можно попасть через вентиляцию. Я часто так сделал, когда работал на этой фабрике. И сейчас, я думаю, мне тоже это получится. Так. Где-то здесь выход. О! О боже, я чуть-чуть раньше спустился, чем планировал, но отлично, что у меня все вышло. Так, больше игрушек я здесь не вижу. Код 9713. Мне кажется, я знаю, куда его вводить. Я видел в security кодовый замок. Вот он. Отлично. Ребята, я очень переживаю, все ли в порядке с котенком Лайком, потому что он сейчас в руках у Хаги-Ваги. Я надеюсь, что он его не мучает. О, еще один орнамент, отлично. И я беру руку. Все, ребята, теперь у меня есть рука. Класс. Это наша секретная разработка. Есть также еще один прототип второй руки. Я надеюсь, что я его тоже найду. И он мне поможет, потому что он мне понадобится. О, еще одна игрушка. Чудесно. Так. Эта дверь у нас открывается одной рукой. Но дальше мне понадобятся две руки для того, чтобы открывать следующие наши двери на нашей фабрике. Так, 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 открывайся быстрее, я спешу, я переживаю. Тут... О, еще одна игрушечка. Вау, как тут красиво, ребята. Смотрите, Хаги-Ваги и рядом с ним елочка. Он тут все украсил, он подготовил под Новый год. Как оно тут красиво все выглядит. И действительно, мне нужно 15 игрушек собрать. Видите, когда я подхожу, появляется счетчик, сколько игрушек я должен повесить на елку. У меня столько нету. Так, нужно обыскать, наверное, это место, посмотреть, может, где-то я еще найду. Хаги-Ваги, ну ты даешь. Я так понял, что Хаги-Ваги здесь очень скучно, одному и одиноко. И он решил, что должен нарядить елку на этот праздник. И, соответственно, он позвал меня, потому что он знает, что я очень хорошо знаю фабрику. И смогу отыскать для него все игрушки, которые он почему-то потерял. Не знаю, почему он сам не захотел украшать елку. Почему он захватил котенка Лайка. Для чего? Непонятно. Но я должен спасти своего друга, поэтому ищу все игрушки. Ну что, вроде все нашел. Давайте... А, вот еще одно. Попробуем повесить их. Все, тут вроде больше нету. Так, ну что, вешаю. 0 из 15. 12 из 15? А... Так, интересно.
А где еще три? Ну, давайте пойдем дальше поищем. Свет погас. Так, я знаю этот прикол. У него должен быть ключ. Вот здесь вот power. И если я все правильно помню, у него должен быть в руках ключ. Да, вот он. Ключ к Хагиваге. Есть. Отлично. Забираю. Давайте посмотрим. Может, где-то я еще найду здесь ключ. Так, электрику. Надо быстро починить электрику. Вот, еще одна игрушка. Отлично, 13-я. Еще две осталось. Так, мне здесь нужно по цветам. Голубой. И еще голубой искать. Вот он. А вот еще один голубой. Так, дальше. Идем в следующую комнатку. Здесь нету игрушки. Ладно. Берем так. И теперь оранжевые собираю. Один. Где еще оранжевый столбик? Вот он. Так. И его. Отлично. Есть. Идем дальше. Смотрим, игрушка есть ли где-то. Пока не вижу. Так, красный столб. Отлично. Красный столб, красный столб. Вот он. И последний, где еще не был, у зеленых. Игрушки тут тоже я не вижу. Странно, странно. Где-то еще две игрушки потерялось. Я пока их не нахожу. А, вот зеленый. Так, ну что, получилось. Да, ребята, мы эту систему придумали с котенком Лайком, поэтому я здесь очень хорошо ориентируюсь на фабрике и знаю, где тут что нажимать. Есть, свет горит. Хаги-Ваги, ты куда подевался? Хаги! Хаги, я принес тебе 13 игрушек. Может, ты отпустишь котенка? Ладно. Идемте поищем еще две. Хаги, стой! Он убегает от меня. Так, мне надо его догнать. Ну ладно, давай сначала повесить. Раз. Так, еще одна игрушка где-то. Хаги убегает от меня. Он точно здесь, он есть на фабрике. Где же он держит котенка Лайка? О, еще одна игрушка. Все, я собрал 15 игрушек. Надо бежать за Хаги, пока он не убежал. Окончательно. Хаги! Хаги! Я собрал все игрушки, Хаги! Вот он! Стой, Хаги! Куда же ты убежал? Так, он убежал. Ладно. Может, надо повесить на елку, потом его попросить, чтобы он освободил котенка Лайка? Давайте повесим, ребят, эту игрушку недостающую. Надеюсь, что он отпустит котенка Лайка. Так, ставлю. Есть. Вау, какая красота, ребята, смотрите, зажглась елочка. Тут так все красиво выглядит, обалдеть. Спасибо, Ред, что украсил мою елку. За это я освобожу твоего друга. Иди на склад, и за дверью его найдешь. Я не знаю, откуда он говорит это, но мне нужно торопиться и бежать на склад, для того, чтобы спасти Лайка. Быстрее, быстрее, быстрее. Я надеюсь, с ним все хорошо. И Хаги-Ваги не причинил ему никакого вреда. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Вы знаете, пока я бежал, мне даже как-то стало жалко, что ли, Хаги-Ваги за то, что он тут один. На заброшенной фабрике. Ему не с кем провести Новый год. Ему никто не подарит подарки. Может, из-за того, что он очень одинок, он все это придумал для того, чтобы, ну, хоть как-то себя развеять и создать себе новогоднее настроение с помощью игрушек. Ну ладно, не будем об этом долго думать, потому что он может в любой момент передумать. Лайк, ты здесь? Не слышно. Так, мне нужно открыть эту дверь. И, как сказал Хаги-Ваги, я должен там увидеть Лайка. Я надеюсь, что он не обманет. Мне надо еще два элемента. Да что такое? Не могу его взять. Что происходит? Эй, что за баги? Хаги-баги.
Вот, сработало. Да, ребят, кстати, у меня есть видео про хаги-баги, про разные баги в игре. Обязательно посмотрите. И также есть крутые видео с новыми интересными картами в Roblox. Поэтому обязательно тоже их посмотрите. Плейлист на хаги-ваги будет в описании под этим роликом. Ну а сейчас, если свое обещание сдержит хаги-ваги, то сразу после того, как я получу вторую руку и открою эту дверь, я увижу котенка Лайка. Надеюсь, он не обманет. Фух, я очень переживаю. А вдруг обманет? Вдруг это западня? Вдруг он меня убьет? Ну, в принципе, он мог бы это и раньше сделать. Так, 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 моя рука. Ну что ж, я уже близко. Забираю ее. Все. Ну что, хаги-ваги, надеюсь, ты не обманешь. Идем. Так. Одна рука. Вторая. И ждем. Твой друг ждет тебя за этой дверью. Но помни, через 5 минут я приду за вами. Берегитесь. Ред, спасибо, что спас меня. Давай выбираться отсюда. Согласен, погнали. Я тебе расскажу всю историю, ну а сейчас давай чинить генераторы. Их тут очень много. Ё-моё, сколько их здесь. Да, и нужно все подсоединить, поэтому давай не теряем время, пока Хаги-Ваги не передумал, и будем их подключать. Так, я подключаю эти, а ты подключай в той комнатке. Залазь там, короче, как ищи. Как наверх-то залезть, что-то не пойму. Ну там надо обойти, ищи, котенок Лайк, ты справишься. Ну что, ребята, не забудьте поставить лайк под этим видосиком, а мы теперь должны отсюда выбраться. Слушай, я не понимаю, как забраться. Ну, попробуй обойти. С этой, что ли, стороны? А, ничего себе. А, Е. А, у меня аж 2 руки. Что-то я туплю. Так, это... Вот. Я включил. Молодец. А, и вырубил. Подожди-ка. Надо, видимо, включить и так и оставаться, что ли? Там 2-й рукой, я так понимаю, надо. Столбик горит у тебя? Ну, он горел, пока я Всё, не ушел. Все, я включил, отлично, заработало. Первую секцию я сделал. Иду к тебе. Так, а где ты тут залез? Что ты делаешь? Что ты тут вяжешь? Что ты сделал? А он... Что ты делаешь не так, мне кажется. Ну да, мне тоже так кажется. Смотри. Что-то руки не хватает. У тебя 2 руки. Смотри сюда. Убери свои руки. Кощей бессмертный. Вот эту ставишь, обнимаешь, спускаешься вниз. И 2-й рукой вот сюда. Смотри, видел? Да-да-да. О, заработало. О, а теперь вот ищем, где он открылся. Вон здесь вот. С той стороны. Бегу к тебе. Все, погнали. На конвейер. У-ху! Yeah! Значит, они не сожрут, я надеюсь? Я не знаю. До этого нет. О, подожди. А что-то новенькое. А что это за комнатка? Она была разве... В оригинальной версии. Нет, такой не было. Прикольно. Мне кажется, когда я играл, тоже ее не было. Что-то новенькое. Я так полагаю, может, там 2 босса. Давай наверх. Может, там живет кто-то в этой комнате? Так, мне надо фонарик. Тут темно. Во. Неплохо. Это слева, слева. Что ты там пытаешься? Вот же. А, во. Да я вообще не вижу ничего. Так, хорошо. Я тогда наверх пошел делать. А тут что, тоже надо поближе к себе? Так. А, это, и вот так. Не? Че, не? А, она не загорелась. А, я понял, как вот это запустить. Загорелась. Обнимаем. Вот, когда она уже... Обнятая, тогда подсоединяем. Отличненько. А чё, ну... А, она вырубилась, подожди. То есть я одну запускаю, ты вторую, видимо. А может и так, да. И? Ты можешь запустить? Так у меня горит, видишь? Я ж тоже держу одну. Тут еще внизу есть, получается. А, ну все, мы это запустили. Они... Нет. Она гаснет. Она гаснет, да, почему? А, получается, слушай, мне вот это... с нижней надо начать? Вот это и вот это, видимо. А, нет, это я не достаю так.
Давай как-то тогда с нижней начну. Там все равно надо как-то двигать, видимо. Вот она и непонятна. О, запустилось это. А теперь, теперь те запускаем две. Наверное, с нее надо было просто начать. Надо держать руку, что ли? Ну, я не знаю, та запустилась, у меня теперь работает. Так. И... Убери голову. Дай мне туда поставить. Что творится вообще? Давай, ну ладно, я хочу в дальнюю. Да что такое? Ну, твоя светится. Ну да, и вот теперь... Во. И ты так сделай. Обними ее, как бы, чтобы она загорелась. Она должна сразу гореть. Ты... Она обнята. Не-не, заново сделай. Давай туда. Теперь, чтобы она... Ну, вот дотронься до нее. Не спускайся, ты спускаешься, не спускайся. Вот, чтобы она горела прям. Так она не светится. Что-то не светится сразу. Ну ладно, попробуй подконтачить. Усил замотал. Красавчик. Я не знаю, не работает. Подожди, а почему у нас пропала, которая снизу была? Там же по центру у нас уже горело зеленым. Мне кажется, горела твоя, когда ты держал. А, подожди, ты и держишь. Да я-то держу еще. Я имею в виду, что центральная же у нас тоже горела, когда я ее сделал снизу. Не может быть вот так. Нет. Ну вот смотри, я сейчас отпустил, но оно горит. Тут есть какие-то циферки, не знаю. Вообще ничего нету. Ну вот, видишь, я смотри, я дотрагиваюсь, она же горит. А, подожди, а почему у тебя загорелся, а у меня нет? Я не знаю. Это вопрос. Может, тебе как раз ее к дальней надо прыгать? А, вот, да. Вторую тоже. Вот в этот. Не. А ты ее не дотронул, да? Так, подожди. А, я понял, я туплю. Вот, да. Смотри, так. И так. Фух. Красава. Будешь прыгать? А что-то мне страшно. Я, конечно, буду чувствовать. Ой. До свидания. Красный экран. Дружочек, пирожочек, ты развалился. Вижу. Ладно. Ты воскреснуть не можешь? Могу. Ты меня видишь? Теперь да. Фух. Ну что? Ты на сосиски разлетелся. А, теперь надо эти рычажки ж потянуть, наверное. Где тут у нас? F. Все, поехало. Давай. И этот. Да, руками подойди. Ой. Все, поехали, коробочки. Давай, сейчас давай, игрушечки на Новый год, ну, давай. Подарки все. Слушай, тут явно что-то я какая-то фишка. Что-то будет должно... осьминог, походу, живет. Что-то происходить. Может, они сейчас вдвоем выйдут? Может, это его девушка? Или бабушка. Или бабушка. Или матушка. Девушка. Матушка. Так, ну где наша игрушка? Эй. Или это его осьминог. Так, смотри, сюда вот будет здесь магия происходить. Ну, надо же тебе и мне игрушку, мы же поссоримся, если одну вывезут. Смотри, они глазами смотрят за нами. Слушай, а почему ничего не вылазит? О, вау, смотри, все как в игре. Что это за игрушка такая? Бегемот? Собака, может? Зайчик. Ставь этого бегемота. Ну что, мы нашли друга? Да, только что-то мне крипово. А-а-а! А, он уже идет! Ну да. Быстрее. Уходите с моей фабрики, или умрете! Какого лешего? Так, 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 куда там бежать? Налево, направо? А у нас же есть фонарь. Ой, он бежит на тебя, черт, как так? Меня сожрали. Уже? Блин, меня сейчас тоже он уже догоняет. А, меня тоже съел. Ну я сделал респаун, подожди, я где-то появился. сейчас я... А я уже, короче,
на мостике. Взял, меня жрет, по-моему. Блин, я не могу увидеть, как он тебя ест. А, подожди, я закрыл дверь одной рукой. Угу. И она открылась. А, привет! Вот, здорово. Так. По-моему, он сейчас будет прыгать к нам. Значит, это тоже так кажется, но он как-то не прыгает. Не, мы его просто закрыли, видимо, и все. Ну, пусть там сидит. Пошли, следующий эпизод. Ну, короче, он тут не умирает, не прыгает, не убивается, и можем идти теперь в цветочек. Ну, сожрал он, конечно, жестко. Фух, ну что ж, это конец. Или только начало. Ну что ж, ребят, я очень рад, что спас котенка Лайка и подарил кусочек счастья для Хаги-Ваги. Теперь его Новый год не будет таким грустным и скучным. Всем пока!